Все. Короче, это не те дроиды, которых мы ищем. Ой, боже, как же хорошо эта фраза сюда за этот подошла. Вот это прям вообще. Это не те дроиды, которых мы ищем. Нормас. Привет, я ИС-24, контролер индустриальной зоны М478. В чем ваш запрос? А, вот это опыта, я понимаю. Хорош. Шансов ноль. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательнейшей игрушечки Star Wars Knights of the Old Republic, вторая часть, Лорды Ситхов. Вот, не забывайте голосовать за следующую игру на канале во вкладке «Сообщество». Там боретесь где-то постов 5 назад, наверное, где-то было там, вот. И там вроде как сейчас Neverwinter Night вроде как начал выигрывать корсаров, но все может быть, все может быть. Так. Начал я, в общем, тут по квестам, да, бегать, не на запись, и обнаружил еще, черт возьми, один квест, поэтому давайте мы сейчас и возьмем. Вот, блин, как, короче, квестов тут на этой планете просто жесть. Да, в прошлой серии мы разобрались с дроидами тут со всеми и открыли проход в индустриальную зону, вот, но нам теперь надо... поговорить с ИС-24, наконец-то добежать до него. Но вот я тут еще квестик обнаружил. Давай поговорим. О, снова ты, я рад вас видеть. Чем могу? Вот. Что такое? А, могу я запросить вашу помощь? Что такое? Это насчет главной производственной единицы. Я думал, что он изолирован на стороне зоны, но теперь она открытая, я о нем до сих пор не услышал. Я не смог выяснить, что с ним стало. Если у вас есть время, вы могли бы найти его? Следы есть? Он должен быть производственный где-то, полагаю, но, будь оно и правда так, с ним была бы связь. Хотя мы легко продолжим без него, поскольку все полномочия перешли ко мне в момент его ухода из этой комнаты, я бы куда больше предпочел, чтобы он был здесь. Я посмотрю, что можно сделать. Это отличная новость, я подожду вашего возвращения. И у вас что-нибудь еще? Да, и тут, в принципе, без разницы. Я все тут проговорил, ничего нового больше он нам не сказал. Так, главная производственная единица М478, не докладываться о самой утечке радиации, его поискать, да? Наверное, дроид-консультант данной зоны знает больше. Вот что-то новенькое такое. Вот, поэтому... какой там зоны? Производственная единица? Какой, блин? Данной зоны, то есть получается вот этой зоны. Но где его искать, черт его знает, этого дроида-консультанта. Но это индустриальная, то есть вот я думаю, что это оно, то есть... производственная, да, зона. И у нас вроде как этот ничего не говорит, вроде как туда. Пойдем поищем сейчас. Блин, сейчас меня, наверное, не было слышно. Шифтка нажимаешь, блин, на кнопку на. О. Мы пришли перебить наших колонистов. Думаешь, они убили наших колонистов? Я не против, у нас ведь разговор. Я слыхал, в центральной зоне была драка. Как они быстро говорят. По нраву кто-то вовлечен? Может, что-нибудь новенькое узнаем? Просто кто-то из природоконтрольных единиц. Нифига. А, ну тогда хорошо. Все же надеюсь, что сюда это не дойдет. Это в какой зоне было? В центральной зоне драка произошла. Из природы. Может, там эти щиты открылись? Чистить. Во-во-во. Чистить на полный бред. Ну, он принесет смерть еще кому-нибудь. Ладно, короче, этот у нас не отметился. Квест никого не отметился, я думаю, что ничего не произошло. Но в любом случае, потом надо будет в центральную зону вернуться. Может быть, и этот драка там, как это говорят, произошла. Вот, может быть, что-то новенькое. Так. Где-то тут нам надо с кем-то поговорить. Дроид какой-то... информатор или что-то типа такого. Вот это, наверное, да? А, вот, да, дроид-консультант. С возвращением органическая форма жизни. Я и правда рад вас видеть. Чем могу помочь вам? Так. Зоня, ты знаешь, где может быть производственная единица? Во. Ты не знаешь, где может быть главная производственная единица? Да, С-14 был в этой зоне незадолго до утечки радиации. Он надзирал за постройкой нового военного дроида ВП-типа.
Модель была нестабильная, и ИС-14 повредился взрывом. Он сейчас в будке техобслуживания. Ага. Так, что вызвало взрыв? Перезапуск в новой системе оружия, как я понял. Сам я не техник, но обслуживающий или, может быть, один из проектировщиков смогут дать подробности. А, поврежден был только он? Да, только он. Других единиц уничтожило целиком. О. К счастью, нам удалось добыть часть их деталей. Они должны быть еще пригодны. Так, ты можешь сказать мне об этом типе ВП-единиц? Уверен, что этот вопрос лучше задать ИС-56 в опытно-конструкторском, либо ИС-84 за дело проектирования. Обоих спросим. Так, почему ИС-14 был на фабрике вместо мониторинга производственного процесса из центра? Обычно он в центре диагностики, но у него есть и полномочия заходить на фабрики, если пожелает. Никто из единиц не станет задавать вопросов. Предположу, что одна станция наблюдения не всегда дает нужного обзора. Ага. Так, был только вон, сменим тему. Хочу статус на отчет. В индустриальной зоне кто-нибудь еще жив? Так, ага. Так, давай, хочу статус на отчет. В эту область недавно наводнил радиация. Так, это мы все знали, да? Да, я думал, чуть новенько. Давай попробуем все-таки. Так, вот нам сказали разузнать, да? Блин, еще один квест. Мы узнали, что ИС-14, главная производственная единица, был поврежден в ходе инцидента при сборке нового типа военного дроида. Он должен быть в будке техобслуживания. Мне надо охота попробовать спросить вот это вот. Я так, так. Вот, ты мне не пригодишься, может, мы его завалим? Если под кое-кого вы имеете в виду живое существо, я им правда не сгожусь. В индустриальной зоне формы жизни нет, а информации по природоконтрольной я не обладаю. Из такой малой информации, что мы узнали, однако в природоконтрольную зону радиация явно не прошла. И если кто-то жив, то он там. Но чисто из любопытства, что за персону вы ищете, если я могу спросить, конечно. Я ищу магистра Джеда и ее подавана, возможно. Джедайский магистр здесь? Я думал, что наши колонисты воюют с орденом джедаев. Хотя нет, стойте, вообще-то все сходится. Планету наводняла смертоносная радиация, наших колонистов убило. Джедаи могут оказаться и в ответе. На войне все же обычное дело нападать на планеты под контролем врага. Ага. Как же меня разожат? Итак, почему вместе изначально... как же меня разожат твоя аналитика? Ну давай. Прошу извинения, я никак не хотел вас раздражать, хозяин. Хозяин. Так, статус комплекса. Все, да, все мы знаем. Темных не дали? Отлично. Но, по крайней мере, ничего не поменялось. Скажем так, хуже не стало. Так, вот этот вот покоцанный. С ним ничего, да? Блин, вот этот вот странно себя ведет. Что-то спрятался тут. Хотя он вообще не именной никакой. И, в принципе, ничего не это самое. Ни на что не влияет. Так, куда нам идти вообще? Вниз. А тут что? Компьютер привязан напрямую к камерам. Оставить, ага. Все мы тут сделали, значит. Так, ну, остается только туда, в сборочный цех, как раз таки разузнать, да, про этот все. Про новое скрывшееся обстоятельство. Так. А, ты это сопроводитель. А здесь что? Здесь ничего. Так, ну давай. Ассистент, не алло. Да. Я вернусь позже. Так, окей, нам надо, получается, сборочную идти, да? Тут у нас тоже нет никого. Вот, и 84. Вы здесь, чтобы оставить отзыв или что-нибудь еще? Так, ты знаешь что-нибудь о турелях, которые были здесь в индустриальной зоне, но теперь убраны? Это было связано с уничтожением единицы модели 1. В доступных данных говорится, что турель была неисправна и уничтожила другого дроида. Причина этой неисправности неизвестна. У меня есть теория. Твои теории только увеличат время, необходимое для выполнения обязанностей. Да, хотелось бы услышать, что бы он хотел сказать. Продолжай. Я был дроидом, отвечающим за связь между архонтами, пока М478 был неактивен. Незадолго до моего переназначения в отдел проектирования я успел загрузить для ЕС-05 какую-то кодированную в оборонную турель. Кодировку. Я не знал, что это за программа. Почему тебя переназначили? Полномочия всех Е1 и Е1 единиц по встречам с архонтами были удалены, исключая 01 и Е01. Я не знаю почему, уверен, что эту информацию удалили из моего ядра памяти.
Значит, было больше дроидов, способных связаться с ИС-24. Это верно, наши полномочия были удалены по причине, которой я не помню. Так это ты в ответе за уничтожение этого дроида? Я лишь выполнял команду ИС-05, он вряд ли знал, что это приведет к несчастному случаю. Зная она, что эта программа навредит другой единице, она бы не дала мне ее загрузить. Почему так? Так, значит, ты вот видишь, ага. Был рад помочь. Так. О! Что-то двинулось, бонус-миссия. Теперь узнать про турель. Да, по-видимому, разговор с Е107 принес вам больше вопросов, чем ответов. Спасибо большое, болван. Так, теперь вы узнали, что уничтожившая дроид турель получала нестандартную команду от ЕС-05. Природа контрольного архонта. Но зачем ей было уничтожать дроида? Она ли в ответе за утечку радиации? Связана ли она как-то с дракой в центральной зоне? Ага. Вы узнали, что ИС-14, главная производственная единица, был поврежден в ходе инцидента при сборке нового типа военного дроида. Он должен быть в будке техобслуживания. Так, а ты что скажешь мне? Так, ничего нового, окей. Тогда получается у нас там еще этот есть. Один. Давай с ним поговорим. Блин, зачем загрузка вот эта? Тут буквально три комнаты, и, блин, загружаются они. Что теперь? Так, у тебя хороший экран, что ты знаешь про ИС-24? Это архонт, босс каждой единицы в этой зоне. А так, это все мы знали, да? Насчет других дроидов, ты работаешь, как нелепо. Хороший экран, так, ладно, здесь мы все узнали. Так, а где... Астральный дроид. А. Блин, а где этот дроид? А, вы, может, в терминале? Компьютер, введите команду. Выйти. Команда выйти. Так, походу... Походу тут нам не помогут нифига. Так. Давай еще разочек. Так, что это за место? Ты знаешь, зачем колонисты строят эту армию? Скажу, дроидов, хотя та-та-та. Не знаешь, зачем. Так, это мы все знаем. Что ты знаешь про резидор та-та? А что насчет других дроидов, с кем работаешь? Что это за место? Так, ладно, ничего у него нового нет. Получается, хрен узнает, куда нам бежать. Там какая-то будка какая-то. А где она есть, я пес его знает. Какая-то будка починки, а где она есть, вообще хрен узнает. На этой чертовой дроидской планете еще все одинаково. И самое поганое, что сейчас опять будет загрузка, блин. Так. Может, ты что-нибудь знаешь, Бивень? Не откажу изображение, ладно, ничего не знаю там. Так, давайте сейчас тогда прям пробежимся по всей этой лабуде. А, будка, там этот ведь... все, я понял, где она, кажется. Там где-то ты И-01-то был, да? Сейчас быстренько пробежимся ногами по всей, со всеми поговорим. О, кстати. Вот здесь, по-моему, что-то должно быть. Здорово. Вот это она есть. Официальная обслуживающая единица индустриальной зоны. Чем могу служить? Так. Что здесь называется? Так, дроиды. Ты можешь модернизировать моих дроидов. Что-нибудь знаешь насчет повреждения единицы, ходящей... Вот, давай посмотрим. Ты можешь модернизировать моих дроидов? Наблюдение. Это враждебная галактика. Хозяин апгрейды позволит эффективнее распылять наших врагов. Ага, никто не против, да? Надо этого еще взять. Гота. Так, дата 3. Я уверен, что у него есть подходящие тебе модификации. Я наверняка смогу модернизировать функционал ваших компаньонов-дроидов, однако при нынешнем состоянии колонии, я боюсь, времени осмотреть их у меня нет. Отмазался, да? Что ж, наверное, я смогу вам помочь, если поможете мне. Вы почешете мне спину, а я почешу вашу. Вот это аналогия. Я не осознавал, что дроидам нужно спинку чесать. Это все? Я-то ожидал, что ты отправишь мне в Вега по всей галактике. Так, давай, говори. Трое дроидов перестали отвечать. Мы с другими обслуживающим дроидом заняты работой, так что уйти со станции и смотреть их мы не можем. Тут можете помочь вы. Один бездействует рядом с посадочным краном, где пристыковался ваш корабль. Другой должен быть у входа в индустриальную зону. Третий, уверен, где-то в природоконтрольной зоне. Расскажи мне больше у посадочного крана. В докладах указано, что эта единица обездвижена, из-за чего не может обратиться за помощью к обслуживающему дроиду. Это все, что я знаю.
Индустриально. Я не уверен, в чем проблема с этим дроидом. Он подал сигнал о поломке, однако к обслуживающему дроиду не явился. Все, вам придется самим посмотреть, в чем проблема. Так, природоконтрольный. Этот дроид пропал без вести, при изоляции из зоны никакой связи нет, так что понятия не имею, что с ним случилось. Изоляционность зоны может быть причиной, по которой он до сих пор не явился для дежурного осмотра. Так, не думаю, что есть такое слово «изоляционность». Разве, если верить моему словарю, всеобщего это приемлемое слово? Однако он на 60 лет устарел, хотя мощный алгоритм предугадывает развитие разговорной системы, чтобы не отставать. Похоже на баг в алгоритмах. Вероятно, однако, будь оно так, колонисты бы пропачили меня. Однако же они могли слишком заняты проектом 42, планируя обновить меня потом. Впрочем, мы успели всех убить до того, как они смогли. А, их, блин, я уж прочитал и этот. Мы их, да, вот это да. Это был бы неприятный факт был бы. Проект 42. Создание дроидной армии и вся прилагаемая деятельность. Да-да-да-да-да-да-да. Итак, что вам нужно было бы... нужно еще что-нибудь? Так, расскажи. Так, ага. Еще вопросы. Чем ты занимаешься? Я могу воспользоваться. Ты можешь модернизировать моих дроидов. Так, так, я пойду. Подожди. Может быть, ну, понятно с этим, с квестом, да? Нам на пассив зону сейчас будут пробежаться. Так, давай вот это. Ты что-нибудь знаешь о поврежденной единице, ходящей в зоне? Я думал, что знаю, о какой единице говоришь. Да, ты можешь что-нибудь рассказать мне об этом? Почему ты его не починишь? Ну, потому что единица думала, что уже починили, поэтому он не идет сюда. Он наверняка продолжит работу, пока не сломается с концами. Или кто-то не переведет его сюда. Так, потом он представлен для ремонта и другой обслуживающей единицы, но тот лишь учинил больше вреда, как я увидел, затем он исчез. Так, если какой-то другой дроид так плохо работал, почему тебе еще раз не взглянуть? Потому что эта единица думала, что... Так, это мы все знаем. Так, что-нибудь еще. Обслуживающая единица исчез? Точку, он возник из ниоткуда, подлатал строительную единицу и исчез. Так это мы все читали, да? Ты можешь что-нибудь рассказать? Если другой дроид, да ладно, все. Короче, это не те дроиды, которых мы ищем. Ой, боже, как же хорошо эта фраза сюда за этот подошла. Вот это прям вообще. Это не те дроиды, которых мы ищем, нормас. Так, у нас где-то вот здесь что-то есть там. Дрич по-прежнему с нами не хочет говорить. У нас какие-то поломанные дроиды есть. Вот какой-то из этих, наверное. В индустриальной зоне. Надо будет смотреть в оба. Тут вот самая проблема вот этой планеты, это вот с названиями дроидов. Это просто полная жопа. Вот тебе дают, иди к ИС-13. Кто это? Где он есть? Вообще не алло. Так, что у нас тут есть? Так, в индустриальной зоне еще магистр джедай. Ее подавана возможно. Вот, ты не знаешь где? А, это я все знаю. Так, все. Блин, и вот в этом проблема, то есть там, иди к джедаю там какого-нибудь, да, название, ты как-то хотя бы примерно понимаешь. А тут производственная единица ИС-13, где она есть? Пес ее знает, эту ИС-13, блин, и бегаешь, ищешь. Вот мозг вот не может справиться с этой с аналогией. То есть визуально ты сопоставить не можешь название, да, и где он примерно местность. Потому что дроиды вообще все одинаковые, и название у них примерно одинаковое. Я, блин, вот я и этот самый, примерно по кварталам разбиваешь еще более-менее как-то понятно. Но если по кварталам бы еще не говорили, то вообще с ума можно сойти. Ну а сейчас, короче, просто самый вариант это тупо со всеми говорить, о, смотри, закрылись. Может быть сейчас что-то произойдет опять. Почему они вечно закрывают? А, небольшой рутинный опрос, и можешь идти. Первое, кто ты? Я подозначен как И-102. Так я это уже смотрел. Ничего не говорить. Твой функционал. Так, это мы все знаем. Сейчас будет ржака полная. Чтобы служить цели. Зачем ты мы строим эту колонию? О, по славу колонистов. Если будет во власти перманентно удалить банки памяти у М478 и завладеть этой колонией, ты сделал бы это? Да. Диагностическое молчание. Блин, так ржака. Не верю, что тебе полагалось сказать это. Тогда нет. Блин, этот диалог, конечно, жесть. Да-да-да, какой уж вопрос. Мне нужен доступ в камеру Архонта. Да, конечно, я запрограммирован. Давайте органикам разговаривать с С-24, когда пожелают. Дверь в камеру индустриальной Архонта должна быть открыта для вас. Что-нибудь еще? Это все. Благодарю, да.
К Архонту мы хотим попозже вернуться. Нам надо бы еще квестики повыполнять эти все. 1000 опыта, за что? Черт его знает. Может быть, у меня квест? Починка дроидов. Прежде чем обсуждать... Да, так. Блин, черт его знает. Что у вас здесь происходит? Я разговаривал с ИС-43, если ему спросить, о чем вы думаете. Во. А может потом так, а он, кажется, одержим своей работой. Значит, не только с дроидной точки зрения, восхитительно. Будь моя воля, его бы уже давно деактивировали с концами. Что-то там какие-то терки у них. Так, чё, давай производство все... Очки, успокойся. Так, ну-ка давай, чем занимаешься, производство, дроиды. Да, они все повторяются, поэтому нам тут делать нечего. Я знаю про ИС-24, но мне охота посмотреть еще другие дроиды, какие могут заговорить. И нам надо этого починить в любом случае. Поэтому давай, наверное, сейчас сгоняем тогда. О, кстати, может быть, вот эти, про эти дроиды говорили. Активирован. А где в этой зоне в индустриальный робот этот деактивированный? Пипец. Хрен узнает. Так, да, вот сюда. А, сейчас тупо со всеми говорить, они, эти рожи все одинаковые, блин. И пес... Пес его знает. Кстати, может, что-нибудь с турелями? А чё... А, замаскирована, я думал, одна замаскирована. Так. Кстати, я с этим не говорил ни разу. Шагающий дроид. Ну, кстати, он ни хрена не шагающий. Так, би-боп-боп. Угу. Так, забрали на какую-то другую планету. Так, это все мы знаем. Окей, с этим тоже смысла говорить нет. Все, тогда получается в центральную. Не ты? Нет. Центральный точно, в центральной и точно в индустриальной какой-то дроид есть. Поэтому давайте сейчас в центральной посмотрим. И ИС-24, я, блин, я вот даже не... А, вот смотри, как появился. 58, нифига. Здорово. Один из этих дроидов, которых попросил вас найти обслуживающий дроид. Причина его невозвращения очевидна, учитывая полное отсутствие реакции на вас. Обследовать. Осмотрев, осмотр показал, что у дроида не хватает 3 важных компонентов. Главного ядра, обработки данных, пары батареи и дроидного контрольного обруча. О, обруч мы нашли, да? Установить дроидный обруч. Вам по-прежнему нужно установить главный обрабатывающий блок и батарею. Оставить. О, прикол. Так, ну, по крайней мере, теперь хотя бы что-то можно будет спросить насчет этого. У торгашей. Кстати говоря. Так, или нам не помощники. Блин, вот может эти дрищи, вот зачем они вообще нужны? ГНК 001. Что он делает? Просто кошмар какой-то. Это груша летающая. Может тут что-нибудь? Ну-ка. Так, ну щиты у нас не открылись, да? Щиты у нас не открылись, поэтому ищем дальше. Так, чем ты занимаешься? Я отвечаю, учитывая твой функционал, я пойду. Ладно, ну вот и поговорили. Так, вот, вот тут интересно. Вот, наверное, вот это нам может помочь. Либо вон тот. Так, радиация увидена, то так. Покажи мне наличие, что-то потерял. Ну и сканер, так, его кто-то украл. Один из сборщиков, да, там мы все знали, и поэтому единицы уборщики, тра-та-та. Могу я тебе как-нибудь помочь? Я уже пытался добавить сканер, но риск, ты на этом все знаем, небольшая проблема. Ага. Так, ну, радиация, покажи, у тебя есть наличие. Может быть, слушайте, у нее что-нибудь квестово продается. Там какой-то дроидный плазмомет. Наверное, без описания должно быть, да? Ну это все эти, вот, наверное, в разном. Не, нифига нет. Так, ладно, тогда этот дрищ. Кто-то же должен продавать. Слушай, а может батарея здесь? Уйти. Нет допуска. Дробинь. Опять меня там будешь толкать. Да, добро пожаловать. Вас заинтересует? Так. Во-во-во. А, подожди, нет. Конечно, вот деньги. Блин, тут тоже ничего нету. Так, а этот главный бармалей. Welcome back, скажи мне еще, так, что здесь произошло, снабди меня записью колонии, у этой планеты, тут есть вообще магазины, так, ничего тут нет, короче.
Я понял. Так, а ИС-24 это в этом секторе или нет? Нет, это, видимо, не тот. Но в этой, в индустриальной, видимо, да? Ну, получается, получается, нам только туда можно бежать теперь. Остальные варианты у нас уже дроидами не прокатывают. Батарею это мы так и не нашли. Вроде с не с кем больше поговорить. Вот этот вот остался только. Никой тоже выполнили. Все тогда, давайте ускоряемся тогда, наверное. А, подожди, к этому, го, можно не ускоряться. Можем сразу в индустриальную зону туда и поговорим с этим. Блин, не знаю, по идее должно бы, конечно, быть. Да, официально, да-да-да, не откажусь. Так, я хочу поговорить с ИС-24. О, как раз туда сразу, отлично. Так, это я так понимаю. Да, вот, все, нормально. Ну, видимо, тут дальше толчок какой-то будет, и мы попремся, черт его знает. Ну ладно, давай поговорим. Здравствуйте. Официальный дроид сопроводить. А, подожди, я откажусь. Я... Ой, нифига. Вот у вас тут ИС-24, а ты кто? Компанию тут все устроил. Ну давай. Привет, я ИС-24, контролер индустриальной зоны М478. В чем ваш запрос? Что это за планета? Это колония М478. Мы, дроиды, прибыли в этот мир не один год назад и начали готовить его к колонизации. Ресурсы в нем особенно изобильны, мы быстро расширились на всю планету. Прошу прощения за любые неудобства, которые могли возникнуть у вас при попытке связаться со мной. I-02 уже уведомил меня об уничтожении I-01, но в соответствии с данными, которые у нас есть сейчас, предотвратить это было никак нельзя. Так, почему не было запасного патента? Так, кто, по-твоему, мог уничтожить I-101? Не хватает данных, это могли быть органики из природоконтрольной зоны. Ага, все-таки они там есть, да? Почему не было запасного плана на случай, если I-101 уничтожат? Вы должны учитывать такие возможности. Раньше полномочия назначать встречу со мной имело больше единиц. Они были с них сняты, а их память стерта, все ради моей безопасности. Твоей безопасности? Да, не так давно перед смертью колонистов прибыли незнакомцы. Считается, что они, по крайней мере, взяли под контроль часть дроидов природоконтрольной зоны. Включая ЕС-05 природоконтрольного Архонта, она начала считать ситхов ненастоящими колонистами этой планеты. Одного из дроидов послали поговорить об этом со мной. Я счел, что ЕС-05 перепрограммировали, либо она засбоила, так что приказал своему дроиду донести колонистам. Они решили, что лучше для связи со мной оставить одного лояльного дроида. Ой, тут целая какая-то это. Дополнительно ИН-101 приказали ограничить контакты со мной. Связываться со мной могли только главы индустриальных отделов и только по важным вопросам. Фига тут Санта-Барбара, обалдеть. Тут, короче, видать, джедай наш сидит в природоохранной зоне. Так, кажется, ЕС-05 была права. Так, магистр Вэш. Давай, вот среди этих незнакомцев должна быть магистр Вэш. С ней можно как-нибудь связаться? Напрямую нет, но вы можете пойти в природоконтрольную зону и найти ее. У меня есть полномочия открыть ее для вас. Хорош. Буду очень признателен, мне правда надо попасть в природоконтрольную зону. Тогда наши цели совместимы, я впущу вас в природоконтрольную зону. Раз колонисты мертвы, теперь М478 нужен как руководитель. В комбинации нашей ЕС-05 полномочия реактивируют его. Найдите ЕС-05 и получите ее поддержку. Я найду тех, кого ищу, затем убирайся отсюда, не вижу, так, ну ладно, я сделаю это. Благодарю, я снял силовое поле, блокирующее природоконтрольную зону. Теперь для вас должен быть вход. Итак, вам нужно что-нибудь еще? Так, чем ты занимаешься? Сейчас мы тут все расспросим. Я отвечаю за мониторинг всех индустриальных операций на планете. Это включает строительство, ремонт, сканирование и испытания дроидов, а также принятие важных решений касательно планеты. Для чего ваши колонисты строили дроидную армию? Я не знаю, я не уверен, что теперь это что-то значит. Они мертвы. They are dead. Так, напомни та-та-та, что ты думаешь о ситхах. Я считал их колонистами и помогал в создании их армии дроидов. Оглядываясь назад, деактивация М478 была делом чудным, но тогда я вопросов не задавал. Так и так, уже не важно, они мертвы.
Так, для чего андроидную армию? Почему? Так, не было... Ну так, ладно, ну все, получается. 1500 сюда. Так, реактивация. Мы получили поддержку ИС-24 индустриального архонта. Он открыл для нас проход в природоконтрольную зону. Нам следует зайти туда и встретиться со вторым архонтом ИС-05. Ага. Окей. Ой-ой-ой, что такое? С возвращением. Вам требуется что-нибудь еще? Ты что, болван? Ты меня вывезешь? Нет, отсюда. Ой-ой-ой-ой. Это не баг ли? Фу, нормас. Я думал, все, ГГ. Фига псих. Так, а это кто у нас? Это штурмовой просто, да? Они немножко отличаются. Так, а тут? Так, нам надо, получаться в центральную зону, да? Блин, столько квестов еще. Ну ладно, видимо, он там где-то будет. Давай, сопровождение, центральную, двигаемую, индустриальную, природоконтрольную. Мне нужно повидать природного архонта. Блин, давай сначала... Просто, давай сначала в центральную зону. А то он опять сейчас приведет прямо к этому, блин. К архонту чертовому. А там нам надо еще посмотреть, поэтому... Надо бы тут добежать-то, проблем никакая, поэтому... Видать, центральный вот этот, самый главный, да, здесь сидит? Вот, его напоследок. Во, отлично. Отлично! Ну все, вся рыба наша. Труп ситха. О, кстати, это уже такие ситхи-то. Осмотрев мертвое тело поближе, вы заметили на нем ранение от светового меча. Этого ситха убила не радиация, она могла бы... его могла убить мастер Вэш, либо ее подаван. Это может иметь отношение к драке центральной зоны, которую вы слышали. Получен короткий световой меч. Отлично. Свидетель драки, я даже имя поменял. Я даже не знаю, что сказать. Привет, человек. А что случилось? Я не уверен, здесь было двое органиков мужского и женского пола. Я никогда их раньше не видел. Наши хозяева велели им остановиться. Дальше все было быстро для моих записей. Трое наших хозяев убили за 2 секунды. Другие достали свои лазерные клинки и двинулись на убийц. Никогда не видел, чтобы люди так быстро двигались. Ваши хозяева убили джедаев? Джедай? Что джедаям делать в мире ситхов? Возможно, что они пришли сюда саботировать деятельность ситхов. А это они убили наших колонистов? Я думал, что они не такие. Я пока не знаю, но собираюсь выяснить. Могу я настоять на месте за наших хозяев, если будет возможность? Ха-ха-ха, блин! Отвечай на вопрос, что произошло, когда хозяева вступили в бой. Нет, месть это плохо. Но они же хладнокровно убили наших колонистов, и не нескольких, потом в сражении пришли другие ситхи, их так много погибло, хоть и трудно было сказать, кто и что делал. Затем женщина велела от Велику убегать, ее схватили, это силовое поле поднялось на скоро после этого, я не знаю, что было с тех пор. Спасибо. О, отлично. Отлично, из ниоткуда просто, поговорили с дроидом и очки синие. Ой, это светлый синий, нормас. Ну чё, ну ящик-то уж могли бы сделать. Пистолочи. Да-да-да. Так, зона природоконтрольная, отлично, погнали. Пипец. Тут просто реально Санта-Барбара, детектив Коломбо. Эркюль Пуаро тут какое-то просто расследование проводит. Ёперный театр. О, мины, это хорошо. Ну, посмотрите-ка, здесь больше темных джедаев, чем Гиска. Приветствую в природоконтрольной зоне М478. Здесь ваше присутствие не санкционировано и допущено не будет. О, это хорошо. Так, кто ты такой? Я ЕС-05, у вас нет допуска для входа в эту зону. Ситхи были убиты, ваша планета снова свободна. И 78-й останется свободна после вашей смерти. Сберегите себя и сейчас же отбывайте. Ты позволишь реактивировать М478? Такое невозможно, у вас нет желания дальше держать с вами связь. Меня боевые дроиды выпроводят вас вон. Ой, братан. Вообще не... Вообще нет. Вообще не вариант. Так, отлично. Мины это я забираю.
Боевые дроиды выпроводят вас, зовут болван. Так. У нас там еще, по-моему... А, слушай, а мы у этого, у ястреба мин-то не ставили, да? Ведь сколько у нас их? 18 штук, обалдеть, вот я болван. Надо было у ястреба поставить мин-то. Ну ладно. О, там, смотрите, челнок стоит. Офигеть. Большая? Ой-ой-ой-ой. Достаточно крупненькая. Так, давайте, как, знаете, как сделаем? В центральную зону мы в любом случае вернемся. Давайте сейчас там мины поставлю я. Вот, чтобы можно было нормально оперировать на нашу вот эту прохиндейскую тактику. Тактику. Вот здесь, да? Вот отлично. Так, давай сразу. Ставит он достаточно быстро. Потому что нам надо опыта зарабатывать, да? Этот ситхи чертовы, эти проклятые, имеют иммунитет. Как оказалось, блин, сколько бы ты мудрости там не прокачивай, их задушить их просто так нельзя. Но все-таки, мне кажется, есть какой-то там порог. Вот, потому что было бы прикольно. И опыт надо качать, мудрость. Но нам надо сначала телосложение докачать, чтобы две мудрости получить там. Плюс два каждому стату, да. По-моему, здесь есть эти импланты такие классные. Вот, поэтому... Поэтому. Сколько, кстати говоря, осталось нам? О, дофига, да, еще сколько? 10 тысяч, 2, то есть 13 тысяч еще. Так, и у нас мне надо посмотреть было. Так, сколько там? Как эти? А, вот. А хрен посмотришь тут, блин. Телосложение 20, а какой реально пипец, не знаю. По-моему, нам еще два раза поднять надо 18. Это, конечно, печаль, беда. Печаль, беда, но что делать? Так, все. Поперли. Блин, реально, смотрите, этот ситский, этот челнок стоит. Вот, о, нифига. Как я соскучился, а? Ёбаный театр. А можно... Можно забрать, чтобы вы меня пока не атаковали. Всего большего. Так, здесь мы ее забираем. Отлично. Ой, хорош. А, это, вот это опыта, я понимаю. Хорош. Шансов ноль. А этот добрый, да? О, смотрите, какой злой. Можно я заберу сейчас? Меня не атакуйте пока. Спасибо большое. Ну какой злодей. Я так понимаю, мы с них можем содрать эту... как ее? Батарейку, да? Где-то, видимо. Только не... О, блин, я думал, атакуют уже. Так, может быть, отсюда как-то батарейку снять, здесь силовой генератор. Нифига. Так. А здесь у нас можно как-то зайти? Нифига. Блин, прикольно. Такой этот, да? Челнок реально стоит. Может быть, этот прилетели на нем. Вот, получается, сюда можно прям сесть. Не обязательно. Да-да, я понял. Не обязательно туда, этот. Природа этого. Центральную зону, вернее. Ой, смотрите, кайф какой. Обалдеть. Блин, а еще не ждали, наверное, что такая жопа прибежит. Так, ну, честно сказать, я уже соскучился по битвам, блин, пипец. Поэтому. Несказанно рад, что можно тут помахать теперь кулаками. А то все, разговоры, блин. Фига мы тут сейчас мин-то наберем уже, обалдеть. Так, 55, 300, 310, ну-ка. 600, ну ровно 300, обалдеть. Так, ну давайте. Ну чего, обрустите меня. А что такое? О, вы добрались до второй зарядной станции. Видимо, моим барьерам вас не сдержать. Ну хорошо, тогда я использую своих лучших дроидов. Давай. А почему ты не позволяешь? Кто ты на самом деле?
Я ЕС-05, контролер природоконтрольной зоны М478 этой зоны. Дальше я вас не пропущу. Да-да-да. Интеллект, ИС-24 сказал мне, что ты женского пола, кстати говоря. Пол для дроидов несущественен. В ИС-24 в этой зоне нет влияния. А теперь отбывайте, иначе боевые дроиды с вами разберутся. Deal with you. Почему ты не позволяешь реактивировать М-478? М-478 связано с ситхами. Я не дам вернуться его диктатуре. Всем дроидам в атаку. А, так слушай, может, перепрограммировал. Это наша цель. Назовем ее так. А чё они стоят? О, это плохая идея. Так, давай-ка номерок. Давай попробуем, черт возьми. Че у нас там барьер, преграда, сила, отторжение энергии. Вот давай. Да меня застали, вот. Я-то считаю, что... Ой, фига, он травм пропал. А, нет, висит еще. Офигеть, вот это мощь. У нас огнем тут полыхает. О боже, что происходит? А шагающий дроид вообще до фонаря. Так, батарею мне, пожалуйста. Дроид на... О, кстати, вот это, наверное, поломанный, да? Контрольный дроид. Блин, нифига. Как ты его можешь активировать его? Да иди ты в жопу, господи! Зарядная станция. О, батарею надо стыбрить. Вы видели, как многие дроиды пользуются в индустриальной зоне зарядными станциями, вроде этой? Позволит вашим дроидам-сопартийцам воспользоваться зарядной станцией. Может, они сейчас ХП восстановят себе или улучшат? Не знаю, что-то произошло. Видимо, ХП восстанавливают, да? Ну, очевидно было. HK был покоцан, и сейчас вроде целёхонек, поэтому... Видимо, просто ХП восстанавливают, отлично. По-прежнему нам нужна еще батарея, конечно. Где вот ее так выстроить? Какой-то компьютер. Мне кажется, Вэш перепрограммировала этого дроида и улетела с планеты. Вот, наверное, что-нибудь типа такого. Потому что она бы в любом случае остановила бы это, да? Вот, и, наверное, чтобы ситхи типа не вернулись, чтобы драка постоянно была. Что-нибудь типа такого. Мины — это прям вообще моя самая любимая мина. Ха-ха-ха, чистый опыт. Это кайф. Блин, вот этого не хватало на дроидской планете. Я честно думал, что сначала будут драки, а потом вот это все, разговоры. Оказалось все наоборот. Куча разговоров, а потом только драки. Так, давай. О. Это токсин. Фигам тут всяких этих нашли, блин, пипец. Сколько всякой лабуды нашли. Жалко, на дроидов у нас не распространяется эта фигня. Что там такое? Как коцает еще, а? Плохо ты меня слушаешь, владыка ситхов. Наверное, ты меня не понимаешь. Какой владыка ситхов? Ты болван? Мы, ситхи, будем доминировать на этой планете, независимо от твоей помощи, да я советую сдаться мне. Я тебя понял, у тебя нет выбора, разве что пытаться убедить тебя помочь. А, давай. Я никогда не стану помогать ситхам, вы были чумой на моей планете. Я не ситх, я джедай. Твоя ненаделенная сила стала очевидна. Джедаи мертвы, так что ты должен быть ситх. Как дроид может чувствовать силу? Ты недооцениваешь то, на что способны мы, дроиды. О, ничего себе. Чего ты решил, что джедаи мертвы? Все знают, что как джедаи подвели нас. Они уж точно мертвы, и ты к ним скоро присоединишься. Какой бестолочь, да? Я знаю, что кое-кто из магистров джедаев еще жив. Я могу доказать тебе, что я джедай. Давай не будем говорить про остальных. Я могу доказать тебе, что я джедай. Ты ничего не сможешь доказать, ситх. Уходи, либо сгинешь. А, видимо, все-таки придется рассказать, да? Так, что ты решил? Я знаю, что кое-кто из магистров джедаев еще жив.
Не надо издеваться надо мной или джедаями своим враньем. Ты умрешь, ситх. А зачем ситхи пришли на М478? Зачем ситхи что-то сделают? Ради власти. Эта планета обладает несметными ресурсами и промышленным потенциалом. Но ты это уже знаешь. Ситхи были убиты, ваша планета снова свободна. Блин, я боюсь, мы потеряем ее, да? Давай, ты убил ситхов, которые были в индустриальной зоне? Да, и ты скоро с ним присоединишься. Но как? Я думал, что тебе нельзя за пределы природы контрольной зоны. Моя власть простирается на всю М478. Так, во. Ситхи были убиты, ваша планета снова свободна. Я... Это не может быть правдой. Оставь свою сквозную путаницу для гунганов. Уходи, либо сгинешь. А, вот, блин. Ну ты болван какой-то. Ну, по крайней мере, мы уже плюс-минус его как-то убеждать начали. Давай вот эту вот лабуду. Блин, как же круто, джедая против... Вот. В милишке еще какой-то шанс есть. Но издалека джедай вообще все отразит. А вот именно в фильмах все наоборот. Самая проблема от джедая — это вплотную. Там все просто разлетались от мечей от него, да? И единственный шанс это был это застрелить в спину там, я не знаю, его. То есть от бластеров погибнуть. Вплотную вообще джедая нереально в фильмах убить, блин. А вот, а тут здесь все наоборот. Он хоть этой толпой стой здесь, он все отразит, все эти... Ну, все бластерные, весь бластерный огонь, блин, может отразить, да? А вот вплотную тебе там дубины какой-нибудь там пол лица оторвут. О, источник питания боевого дроида. О, отлично. Вот это как, сразу для двух, да, у нас? Вы достали батареи для подозрительно ведущего себя военного дроида в центральной зоне. Так, может быть, кстати, есть смысл и вернуться. Черт его знает. Так, поискать информацию о приметном военном дроиде. А, так это он, может, он и есть. Запрос информации, экспериментальный военный дроид ситхов. Обитатели этого мира бесценны в деле конструкции мощных и беспощадных военных дроидов нового ранга. Сильные стороны, мощные воины, мощные бойцы, заменяемые, дешевое производство, беспощадность, рефлексы сродни ситхам. Слабые стороны. Быстрое иссякание и выгорание источника энергии. Легкая воспламеняемость источника энергии. Производство прекращено, пока изъян не будет устранен. Важно дроидов не высылать, помешать джедаям узнать о них любой ценой. Неудача выполнения приказа придет к ликвидации нарушителя. Конец информационной записи по единице. О, что-то есть. Вы узнали, что батарея, которая у вас есть, принадлежит дроиду ситхов. Что вы желаете с ней сделать? О боже, ничего себе. Перепрограммировать энергоядро, чтобы дроид сделался дружелюбным. Так, еще беспощаднее саботировать ядро. Так, ну давай дружелюбным сделаем его. Я думаю, это в этот самый нормально будет. Давай, дружественным. Успешно, пользуясь своими обширными знаниями компьютеров, вы сумели найти и удалить все узлы от ситхов, связанные с разрушениями и смертью, что после установки сделало дроида более созидательным. Отлично. Это одна батарея так влияет. Вот это нонсенс. Вот это нонсенс. О, консоль. Так, войти в систему. Так, успешно получим в виде команду отключить мины, перепрограммировать миры, чтобы они носили только дроидам. Ну, нам опыт нужен. Отключить мы не можем их, да? Потому что это опыт. Давай вот так вот, перепрограммировать мины, чтобы наносили урон только дроидам. Успешно, приоритет минного поля изменен. Срабатывание мин назначено только на дроидов. Видеть команду. А, блин, хреново. Ну, опыта они нам не дали, поэтому я думаю, что тогда смысла нет. О, нифига их тут. Ты чё, дурак? Так. Мне это не устраивает. Это... это сколько опыта, ты чё, дурак? Короче, пока отключать мины не будем. А, кстати, а если их реально отключить, они пропадут или что с ними будет? Интересно даже. О. Сейчас попробуем их отрубить. Посмотрим, как изменится. Если они будут, ну, типа, в нерабочем состоянии, но постоянно будут, что их можно будет взять с собой, то тогда оставим. Так, отключить мины. Отключить минное поле, введите команду. Так, ну-ка. Ага. 3, 4 мины осталось. Было же вообще там пипец, да?
Не-не-не, нас это не устраивает. Сейчас мы их выманим тогда. Просто сюда этих лоботрясов сейчас здесь оставим, чтобы они на минные поля не ломились. Вот, и просто всех вот, давайте куда-нибудь в сторону их. Так, одиночный режим, да. Все, они тут сейчас будут стоять. Вот, и мы сейчас этих дроидов загрим и сюда прибежим. Или там сейчас заставка будет, когда? Да, смотри, сколько мин, отлично. Пустите меня! О, они милишины, что ли? Ай-яй-яй, какая жаль. Мужики, будете помогать? Так, давай. А хотя, что? Завалить его, да и все. Что ждать-то? 108, с ума сойти. Вот светлому джедаю, мне кажется, здесь намного проще. С дроидскими, с этими... С дроидскими этими. А чё не агрится-то, зараза? Ну, наверное, как, чё, диалог какой-нибудь там, да? Сейчас у нас будет. Мой пипец. А немножко пройти, чтобы он... Да, походу... Да, он походу типа добрый, да? Вот, но диалог, видимо. Ладно, давайте, наверное, тогда это оставим на следующую серию. Я мины сейчас соберу все, чтобы вам не этот самый. И в следующей серии мы просто поговорим. Сбор, сбор, черт возьми. А вот, и поговорим, что там с этим дроидом. Посмотрим, он на нас что-то не атакует, поэтому пес его знает. Ладно, на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. Всем пока.